уже на выходе. Дымок идет, но она холодная. Самые буараки на выходе на этом. Второй проход делаю. Конечно, вот оно закупило вот эту сторону, вот отломало или закупило кончик. Крышку какую-то начал гнать он, да? Добавил немножко подачи, корректно.
появляется и здесь. Можно попробовать воздухом охлаждать. Решил побаловаться, выставил по 0,5 мм на сторону, то есть рядец выдвинул. Ну, вот так вот он работает, вот так вот он точится. Дрель он просадил как бы не сильно. Вот видите, насколько стружка вот такая. Подача самый-самый минимальный. Дрель нагрузилась. Короче, экспериментирую. В этот раз наварилось вообще очень, блин, как бы эта сторона зверски, высота высокая и провар. По крайней мере, вот не вытаскивая штанги, как будто бы вообще там идеально. Нету стыков между швами. Что там чисто. Но я как, правда, не вынимал штангу, до конца не смотрел. Но с этой стороны, конечно, прям наплавило. Это вот у меня уже такой третий проход. То есть сейчас было только что 45,8, почти 46. И уже, в принципе, не было этих между швами щелей. С этой стороны, с той стороны, конечно, есть. Сейчас я просто экспериментирую, чтобы понять, резец способен сколько брать, насколько можно его максимально выдвигать. Надо понимать, на десятку, на две, на 0,5 мм, на сотки. Я как бы, мне кажется, в школе, ну, максимум по 0,3 выдвигали резец, по-моему. Потому что если больше делать, было, что станок дребезжал. Но мне так кажется, я точно не помню, конечно, 100%. Все, конечно, от металла зависело, от скорости. Ну, в данный момент получается где-то по 0,6 на сторону обрабатывает. Эксперименты. Ну, вроде чистота нормальная.
оборотами играешь-то не всегда. Добавляешь обороты. Ничего хорошего. Да, надо, короче, со сваркой разбираться. Сильно много наплавляешь, потом обтачивать тяжело. Это значит минус время, минус электричество, минус резцы. Надо понять высоту наплавки. Правильно мне человек говорил, что как бы с наплавкой надо понять. Сколько подача проволоки и отводка ретки, чтобы было понятие высота шва. И кучность. Потому что вот все, я эту сторону наварил, и получается высота шва, ну просто, блин, большая пипец как. А та сторона плохо получалось, там кое-как насрал, там высота шва совершенно другая. И там и точно хуже. Здесь как бы вот видно, что оно лучше точится, чем та сторона. Делаю уже 3 часа ночи, пора идти домой, потому что 6 часов мы хотим стартовать. Нифига сегодня не получится. Ну так, в принципе, сварку снимает хорошо. Нужен опыт. Научиться можно всем работать. Вопрос, как быстро. Звуки в дрели какие-то появляются, но они не сейчас появились, они были периодически. Как будто там кто-то редуктор.
сейчас нету. Я ассоциировал с тем, что резец там как бы бам-бам по сварке бьет и как бы звук отдавался. Бывает иногда вообще. Такой звук нехороший. Такая теплая. Я думаю, если нормальный резец, вообще взять такой соленый, хороший, так он будет херачить на ура. Главное с наплавкой понять эту всю схему. Высота и скучность. Можно все быстро делать. Вот он пишет, расточка на плавку. Спрашивай, если что, помогу. Это прокол. Вот, видите, швы. Спасибо большое тебе, уважаемый человек, за помощь. Почему я вначале переписывался, а не стал звонить, да, чтобы осталось, ну, в памяти, ну, в телефоне эта переписка, потому что когда звонишь, потом при разговоре можешь забыть, о чем говорили. А так переписку можно всегда посмотреть, ну, перечитать, ну и проанализировать еще раз. Поэтому я не стал звонить сразу, а переписывался, чтобы было потом, если вдруг при разговоре что-то забыл, при переписке можно все это почитать. Поэтому я и начал переписываться. Потом сказал, позвоню, если что, но уже поздно было, не стал ему звонить, потому что я начал вчера. 10 или в 11, но все нормальные граждане, я так понимаю, спят. Это я сейчас время 3:30 я точу ночью. Ну, привык я так работать, что я поделаю. Ночью спокойно. Никто не мешает. Все хорошо. Единственное, только у тебя должны быть все инструменты. А то раз ночью диск отрезной понадобился, и где ты его купишь? Нигде. Поэтому приходится запасы делать.
Я через телефон смотрю просто, ну, туда же не подлезть глазом. Это мешает, не видно ничего. Поэтому я вот так телефон ставлю, и камера снимает, и я смотрю. Поэтому я шевелю так телефоном, не то что я долбоёб, а просто мне не видно ничего. Я тут через перископ смотрю телефон, понимаете? Вот, видите, телефон ударяется в эту вот отрезка. Дырком она. Вот, звук пошел. Тут вот в чем проблема, почему соосности нету, смотрите. Получается, у них приварено вот здесь вот только. И вот смотрите, здесь просажено, вот ниже, да? А здесь, когда комут закручиваешь, оно торчит. Видно? Вот так вот. Видите? А здесь наоборот. То есть, когда они варят, им, по идее, надо поднимать. Дрель не одевается сюда, на вал. Надо каретку сдвинуть, потом одеваешь дрель, и потом каретку назад двигаешь. Здесь перекос. То есть дрель надо поднимать как бы постоянно. Либо шевелить в стороны, либо вверх поднимать. И вот здесь бьет. Сюда надо кардан ставить или эластичную муфту. Потому что это херня полная. Вот этот конус. То ли у них станок бьет, когда они вытачивали, то ли еще что-то. Ну вот видно. Вот здесь вот бой. По идее, вот этот хомут надо поставить сюда, и не с такой стали, как у них здесь тройка, да? Сейчас, чтобы голосного не было, сейчас скажу точно. Четверка у них. Тут надо, блядь, из, хотя бы из шестерки делать. И вот здесь у них не проварено. Может быть, оно и не надо, но лучше бы, конечно, проварить. Мне так кажется. То есть вот тут вот в этом месте нет соосности. То есть дрель вставляешь, она не вставляется. Она здесь не проходит в отверстие. Здесь не одевается. Естественно, когда начинаешь сварку ставить, такая же хрень. То есть здесь нет соосности. Здесь 0,5 миллиметра у них зазор по ступице. Можно, конечно, вот так вот играться, как бы, да, если бы были три болта, как здесь. А здесь ты не поиграешься, оно ровно обжимает и все. Тогда надо здесь откручивать и эту пластину поднимать или перекашивать. Но тогда плоскости опоры здесь не будет. Для расточки пойдет, если здесь поставить кардан, то эта вся станина не будет двигаться. А так оно все двигается. Интересно, дрель долго проработает на таких оборотах, с такой нагрузкой. Может, не стоит такую нагрузку и давать, слишком много вытаскивать. Вот дуки появились. О, что резец подсел, наверное, или что, хер его знает. Когда песчаник, значит, по идее резец садится, правильно? Ну, может, там еще со сваркой что-то не то. Я не знаю.
Ну, щелка идет один, а Андрей защелкала. Еще раз говорю, дрель не сейчас защелкала, у нее было из-за этого штучки. Может, какая-нибудь говняная попалась мне, как обычно, а вам хорошая попадется. Да, движения пошли у резка, значит, что-то не то. Может, это выход, конечно, из сварки, потому такие звуки. Не видно ни черта там. Но судя по нагрузке, вчера еще точки что-то. Получается, когда стяжка хомута у него здесь, а приварено только здесь. И получается, зажимаешь, и оно смещается. То есть, я бы как сделал, я приварил бы здесь было четко бы, чтобы оно не смещалось вниз. Понимаете, чтобы равномерно сжималось. Равномерно сжималось. А вот они сделали вот так вот. То есть тут вровень выпирать, а здесь он все торчит, значит. Вот, не знаю. И тут надо было уши сделать и один болт по центру затянуть, и все. Не надо этой херней заниматься. Вот здесь должен быть стык этот вертикально. Все отцентровано, заварено снизу. Так же видно, только понизу. И все было тогда бы very good бы. Тогда, когда затягиваешь, он бы не смещался бы вниз. Он мог только смещаться влево-вправо. А здесь, получается, ты стягиваешь, и он смещается, и все. По диагонали. Хоть отрезай, делай самодельный хомут и приваривай по месту. Но, по идее, нужна калибровочная болванка. Вот сюда вставляться и туда. Типа сразу вставляешь и по ней делаешь. Потому что дрель тоже относительно. Китайцы хуёво сделали, тут конус они плохо замудрили. Поэтому это все относительно. Если бы я был на этом заводе работал, я видел бы их кондуктор, на котором они варят, или болванку, которую они сюда вставляют, чтобы соус не сделать. Но я так думаю, что они делают. Может, они ничего так и не делают? Тогда бы я, конечно, сделал бы все по-другому. Так, ты что у меня останавливаешься? Останавливаться не надо. Ну, то есть, по сути, переделать можно, но это, блин, как бы... Сами понимаете, нет. Можно сделать, но почему сразу было так не сделать? Походу реез подсел, потому что подпискивает. Ладно, все, дотащил уже, блин, без 24. Надо валить, через 2 часа уже выезжаем. Ну вот, немножко его подзатупило, видите? Но не сломало. Так, ради интереса стрельнем. Ну вот, 47,5. Еще точить и точить. Ну все, хорош. Все, валить на 20 минут 5-го. Блядь, через 1:40 выезд. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч!
удачи по жизни. Все, штанга ходит нормально теперь, смотри. Так, ну что, штангу вытащил. Ходит она легко. По сравнению. Так, ну что тут с чистотой? Вот от сварки остаток есть, яма, но еще тут точить 3 миллиметра. Так что, в принципе, вот до сюда я наварил, видите, вот. Где-то 4 сантиметра. Лучше, конечно, было 5 наварить. Но я наварил 4 с той стороны и 4 с этой. Что, ну качество совершенно другое, правильно? Не как в прошлый раз. Вот видите? Все. Отлично. По сравнению с прошлым разом намного, намного лучше. Вот только вот сварки. Полосы. Та сторона, конечно, ужасная. Но оно сточится все. Все должно сточиться под ноль практически. С улицы, с той стороны было больше наварено, чем изнутри. Поэтому изнутри плохо берет пока еще. Вот так вот получилось, короче.